Всем привет! Сегодня мы с вами будем рисовать девочку на новогоднем олене. Что нам для этого понадобится? Простой карандаш и блокнотик, в котором мы будем рисовать, или альбомный лист. Начнем рисовать голову оленя. Теперь рисуем, продолжаем снизу рисовать, рисуем оленя. У него оленя 4 лапы, так что рисуем ему 4 лапки. Первые две спереди будут и одна сзади. Две сзади, вот вторая, третья, четвертая. Первая, вторая, третья, четвертая. Далее вот здесь вот проводим вот такую вот линию. Лапу ему. И здесь рисуем. Теперь рисуем морду. Глазки, носик и ротик. Рисуем рога. И второй также рог рисуем. Вот у нас уже стал похож на оленя новогоднего. Ребята, а вы не забывайте подписываться. Рисуем саму девочку. Рисунок у меня будет мультяшный. Типа скетч. Скетч. Скетч, в общем. Скетчинг. Сейчас мы рисуем шляпу для девочки. Так, зима. Холодно, поэтому девочка будет в шапке в зимней. Шапка у нее будет вязаная. Здесь проводим линию такую. И рисуем бомбошку. Далее рисуем волнистые волосы девочки. Такие у нее будут волнистым идти. И с другой стороны также волнисто рисуем. Рисуем шарф, который одет на девочке. Да, еще шарф идет. Да, рисуем варежки. И с другой стороны. Мы еще забыли нарисовать уши нашему оленю. Такие ушки у него. И с другой стороны. Рисуем валенки, которые одеты на девочке. Charlie, la 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 la. Don't we know our gay apparel?
с другой стороны. Брови рисуем. Далее рисуем глаза. Ресницы. Носик. И ротик. Какая у нас девочка получается, которая сидит на олене. Девочка в шапке зимней. Я нарисовала кофту розового цвета, фон вот такого голубого цвета уже. Сейчас буду рисовать штаны. Теперь рисую валенки. Fa la 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 la, hail the new year lads and lasses, fa la la la.